Горьков, Улан-Удэ ещё хазиме. Уважаемый мэр Улан-Удэ Александр Галков и жители города, разрешите представиться. Мэр Ямагаты Сато Такахира. От всей души поздравляю вас с 350-летним юбилеем города. В этом году также исполняется 25 лет с того момента, когда после заключенного в 1991 году соглашения Улан-Удэ и Ямагата стали городами-побратимами. Я очень рад возможности отметить вместе с вами 350-летие города и одновременно 25-летие наших дружественных отношений. В завершении искренне желаю вам всем здоровья и благополучия. Город Улан-Удэ для меня очень близок, так как я здесь учился в музыкальном колледже, работаю вот, можно сказать, в самом прекрасном, да, вот, здании в Бурятии. Вот для меня, я считаю для себя, то, что оперный театр – это жемчужина нашей республики и гордость республики. Город, я был в многих городах России, и скажу, что город Улан-Удэ – это самый солнечный, самый теплый город. Зимние холода, они прекрасны тем, то, что воздух настолько чистый, кристальный, и это видно, когда не бываешь долгое время, когда приезжаешь и сам поражаешься всей чистоте и всему прекрасному, что есть у нас в нашем городе. Я обожаю свой город за то, что тут родилась моя дочь. В этом красивом, замечательном городе я встретил свою супругу, которая подарила мне прекрасных детей. Живу, радуюсь, наслаждаюсь жизнью и желаю всем семейного благополучия, счастья, добра, хорошего чистого неба над головой.